Гороскоп на 27 мая 2022 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наше новое видео, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Лучшая ваша благодарность за проделанную работу – это ваша поддержка. Приятного просмотра! В пятницу Овен способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные в пятницу, обещают оказаться удачными, планы жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Овну в пятницу решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости, а ведь эта капля способна изменить его жизнь. Старайтесь избегать суеты и неразберихи. Во всем должен быть порядок. Вам он сегодня совершенно необходим, чтобы закончить старые дела и добиться успеха в новых. Старайтесь ставить перед собой реальные цели. Не стоит тратить силы на заведомо безнадежные проекты, когда можно сделать что-то действительно полезное. Важно сохранять спокойствие, особенно если вы планируете посетить какие-то светские мероприятия. Там многие будут внимательно наблюдать за вами, как будто ожидая нарушения этикета или другой оплошности. Этот спокойный день едва ли принесет какие-то важные события, чем-то удивит, огорчит или порадует. Вы многое успеете, если будете следовать плану, составленному раньше. Однако стоит обратить внимание на новые возможности, они могут открыться во второй половине дня. Старайтесь избегать конфликтов с членами семьи. Стоит пойти на компромисс, чтобы сохранить мир. Может быть, нелегко прийти к единому мнению по вопросам, касающимся финансов и имущества. Вы распоряжаетесь деньгами более легкомысленно, чем обычно. Близкие этого не одобряют. Овны склонны бунтовать и нарушать правила. Едва ли кому-то удастся привлечь представителей знака к порядку. Вы провоцируете конфликты, не задумываясь об их возможных последствиях, говорите все, что приходит вам в голову. Окружающих такое поведение едва ли порадует. Вероятны финансовые трудности. Люди, обещавшие вам свою поддержку, не могут сдержать слова, и вам приходится обходиться собственными силами. Настроение портится, жертвы раздражения становятся близкие. Единственное, что помогает вам справиться с влиянием негативных тенденций – чувство юмора. Работа в спокойном и размеренном темпе будет наиболее благоприятной для овнов. Если все идет по плану, то и беспокоиться ни о чем. Шансы на случайные события, способные выбить вас из колеи, весьма низки. Удачей обернутся практически любые переговоры. Даже разговоры с непосредственным начальством или чиновниками. Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Вероятно, новое знакомство расширит перспективы деятельности, обогатит вас идеями и откроет перед вами новые возможности. Для того, чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом. 27 мая Овен почувствует в себе огромный потенциал, благодаря которому он решит смело взяться за новые творческие проекты. Тщательно проверяйте всю информацию, которая касается финансов. Для крупных приобретений время еще не пришло, поэтому экономия вам не помешает. Проблемы семейной жизни подтолкнут Овна к переменам. Помните, что все в ваших руках. Сегодня удачное собрание, работа в коллективе. Положение планет дает возможности втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Устраивайтесь на работу. Благоприятно приобретение сделки, подписание деловых бумаг. Нельзя навязывать свою волю. В пятницу гороскоп Тельца как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных многообещающих начинаний. Тельцу нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу. Что же, время перемен настало, действуйте. Первая половина дня полна событий. Легко добиться успеха, справиться с какими-то делами, требующими фантазии, творческого подхода, необычного взгляда на вещи. Труднее там, где нужны аккуратность и внимание к деталям. Вы часто отвлекаетесь, можете ошибаться, забывать о каких-то мелочах. Во второй половине дня потребуется разборчивость в общении.
будет много желающих злоупотребить вашей добротой. Лучше ни с кем не обсуждать свои личные дела, не делиться секретами. Также нежелательно давать деньги в долг или вкладывать их в проекты, которые вызывают у вас сомнения. Вас ждет удачный день. Возможны приятные совпадения, интересные встречи и другие события, которым вы будете рады. Легко завязываются знакомства. Вы без труда находите общий язык даже с теми, кого видите впервые. Можно начинать что-то принципиально новое. Творческий подход к любым делам помогает быстрее достичь цели. Недомогания маловероятны. Вы в хорошей форме, энергичны и полны сил. Вечер отлично подходит для посещения светских мероприятий, в особенности тех, на которых можно встретить известных людей. В их обществе вы хорошо проведете время. Благодаря природному хладнокровию тельцам удается сохранять спокойствие даже в самых трудных ситуациях, которые приносит этот день. Вы больше думаете о собственном благе, чем об интересах окружающих, но этого никто не замечает. Можно даже прослыть альтруистом, стоит только захотеть. На недостаток душевного тепла жаловаться не приходится. Вы окружены вниманием и заботой. Если в последнее время отношения с близкими складывались не самым лучшим образом, сегодня можно добиться желаемых перемен. Для этого придется спокойно выслушать критику и принять ее к сведению. Звезды приготовили вам многочисленные испытания. Чтобы добиться успеха, вам, возможно, придется пойти на некоторые жертвы. Запасайтесь терпением, оно вам очень понадобится. Особенно проблемными могут стать контакты с представителями власти и администрации. Бюрократия может стать серьезным испытанием для ваших нервов. Мужчины-тельцы находятся под покровительством Венеры. Они могут оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Женщин-тельцов осенит вдохновение. Не сопротивляйтесь творческим порывам. Вполне вероятно, что ваши увлечения откроют вам новые источники заработка. Гороскоп не советует тельцу подстраиваться под тех людей и обстоятельства, которые ничего хорошего не сулят. Возможно, ссора с близким человеком на почве ревности и бытовых проблем. Если телец более тонко и чутко подойдет к отношениям, то сможет нейтрализовать возникшую ссору. Не усугубляйте ситуацию, тогда она станет незначительной, как для вас, так и для окружающих. Многим тельцам предстоят разнообразные путешествия. Некоторые могут столкнуться с удивительными явлениями и фактами. Вероятны вещие сны. Вообще некий мистический флёр окутает каждого представителя этого знака. Это замечательно. Жить вам станет куда интереснее. Обращайте внимание на совпадения и прочие знаки судьбы. С каждым днем вам все легче будет постигать их истинный смысл. В пятницу отличный день, когда все дела будут удаваться близнецам легко, без лишнего надрыва. Близнецы будут находиться в состоянии гармонии с собой и с миром. Это даст им преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что в пятницу в жизни у близнецов произойдет приятное событие, сюрприз, или же они просто без видимой причины будут получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит близнецам в пятницу провести этот день не только приятно, но и полезно. Звезды гороскопа дарят им заряд энергии и творческих сил. Напряженный и утомительный день. Придется исправлять чужие ошибки, тратить время на дела, которые вы предпочли бы поручить кому-нибудь другому или отложить на потом. Хорошая новость заключается в том, что усилия не напрасны. Можно добиться успехов в работе, укрепить свои профессиональные позиции. Вторая половина дня пройдет в домашних заботах. Это время подходит для того, чтобы делать покупки, в том числе крупные, обновлять свое жилище. Если вы сейчас начнете планировать ремонт, то справитесь с ним легко и останетесь довольны результатом. День будет довольно насыщенным. Вас ждет много дел. Некоторые из них могут показаться сложными, но вы справитесь с ними отлично. Старайтесь рассчитывать на собственные силы. Едва ли вы получите поддержку, на которую рассчитывали. Возможны неожиданные встречи, из-за которых придется изменить планы. Не исключены финансовые потери, неудачные покупки, потеря денег или ценных вещей. Старайтесь не ссориться с теми, кто вам дорог. Если сейчас возникнет конфликт, найти общий язык и восстановить мир будет трудно. Этот день приносит довольно много ситуаций, требующих серьезного и спокойного отношения. Не оставляйте без внимания ни свои, ни чужие ошибки. Наблюдательность, готовность детально изучить любую проблему, требующую решения, будут сегодня очень кстати.
Не бойтесь прослыть педантом и занудой. Задавайте как можно больше вопросов и собирайте полезную информацию по крупицам. Возможно, появление новых союзников, людей, которые будут играть значительную роль в вашей профессиональной и личной жизни. С близкими можно говорить откровенно, им будут понятны все ваши стремления и порывы. Основной акцент будет на деловых контактах. Там-то и будут вас подстерегать проблемы. Трудности в достижении компромисса, излишняя критика, игнорирование ваших нужд и целей – это далеко не полный список возможных неприятностей. Но ответственность и высокий профессионализм могут исправить сложившуюся ситуацию. Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Супругам и влюбленным будет трудно прийти к взаимопониманию. В результате споров вы можете оказаться проигравшей стороной. Однако вера в себя – одна из составляющих успеха, поэтому не принимайте все близко к сердцу и ни в коем случае не падайте духом. Близнецы с утра почувствуют недомогание, что заставит их взять отгул и записаться на прием к врачу. Ваш режим дня требует пересмотра, поэтому займитесь этим без промедления. Любимый человек обвинит близнецов в том, что они мало ему уделяют времени и внимания. 27 мая поступит предложение о новой перспективной работе. Не принимайте решения спонтанно, а посоветуйтесь с близким другом. Многим сегодня удастся восстановить прежние прерванные по какой-либо причине связи, расширить круг общения и благодаря новым знакомствам разрешить старые проблемы. Встречи, нежные чувства, восхитительные мгновения. В пятницу звезды гороскопа советуют раку быть осторожнее с деньгами. Есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью рака. В пятницу он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, раку необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шопинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже раку с его финансовым везением в пятницу лучше вообще не заниматься. День обещает приятные знакомства, удивительные встречи с людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Возможно, вы обзаведетесь полезными деловыми связями или влюбитесь с первого взгляда. В любом случае будет интересно. Это подходящий день для того, чтобы браться за какие-то необычные дела. Творческий потенциал высок, часто вы находите необычные и очень удачные решения. Эмоциональный фон дня благоприятен. Вы настроены оптимистично, и для этого есть все основания. Радуйтесь сами и радуйте близких. И то, и другое у вас отлично получается. Наступил подходящий момент для того, чтобы взяться за новые дела, приступить к осуществлению каких-то давних планов, но действовать следует с осторожностью. Вы склонны переоценивать свои силы, допускать ошибки из-за небрежности. Если вы хорошо знаете, на что способны, а на что нет, то наверняка сможете добиться успехов. Подходящий день для учебы и самообразования, а также для посещения культурных мероприятий. Также можно начинать строительство, решать вопросы, касающиеся планировки или обстановки вашего дома. Сегодня ваши таланты и способности не останутся незамеченными. День дает отличную возможность проявить себя. Он хорошо подходит для начала нового дела, а также проведения переговоров с людьми, с которыми вы хотели бы сотрудничать. Успехи ваши прямо пропорциональны усердию и стараниям, так что работать стоит в полную силу. Сильно влияние позитивных тенденций в личной жизни. Здесь правда возможны сюрпризы, которые поначалу вас озадачат и даже огорчат. Но разобравшись в ситуации, вы непременно признаете, что все происходящее идет вам на пользу. Самостоятельность и практичность – вот два кита, на которых будет стоять успех сегодняшнего дня. Обстоятельства могу потребовать от вас некоторого самоограничения. И вообще будьте готовы к испытаниям на прочность. Удары судьбы не заставят себя долго ждать. Но шанс все это выдержать у вас весьма велик. Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Вас целиком поглотит вдохновение, и не советуем ему сопротивляться. Вполне вероятно, что вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всех коммерческих начинаниях. Такое положение может усложнить ваши дела. Однако не все так плохо, как вам может показаться. Близкие люди помогут преодолеть стресс. Если утром перед раком встанет выбор выбрать работу или отдых с друзьями, то стоит отдать предпочтение второму варианту. Но если у вас действительно нет срочных дел, начальство пригласит вас на разговор, касающийся повышения квалификации.
Гороскоп рекомендует раку нормализовать обстановку в семье и уделить внимание детям. В противном случае разразится скандал на бытовой почве. Тем, кто давно мечтает занять кресло в просторном кабинете, стоит напрячься, чтобы не упустить счастливый шанс. Главное условие – всеми силами налаживать добрые отношения со своим непосредственным руководителем. Именно шеф станет вашей главной движущей силой, только с его помощью вам удастся прорваться наверх. В пятницу звезды гороскопа предвещают Льву подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Льва или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка фортуны не будет случайной. Лев получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы. Возможно, в пятницу он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути. Благоприятный день для решения важных вопросов. Вы наблюдательно делаете правильные выводы, редко ошибаетесь. Даже тем, кто обычно легко отвлекается, удается сконцентрироваться и довести начатое до конца, ничего не забыв и не упустив из виду. Возможно, удачное решение финансовых вопросов, тревоживших вас в последнее время. Не исключено, что вы получите крупную сумму. День хорошо подходит для общения, в том числе с теми, кто обычно не разделяет вашу точку зрения. Удастся избежать долгих споров, достичь компромисса. День не слишком удачен. Он может сложиться совсем не так, как вы ожидали, принести разочарование и проблемы. Порой все валится из рук. Даже самое простое дело не удается довести до конца без каких-нибудь проблем, трудностей и осложнений. Чаще обычного возникают разногласия с близкими. Вы не хотите идти ни на какие уступки, и конфликты принимают все более серьезный характер. Стоит прислушаться к советам друзей. Следуя им, вы сможете избежать многих серьезных ошибок. Будьте готовы к критике. В ней, как бы вам это ни было неприятно, есть здравое зерно. Значительную часть дня придется потратить на разговоры. Причем далеко не все вопросы, которые будут обсуждаться, действительно представляют для вас интерес. Старайтесь не скучать или, по крайней мере, не показывать этого. Очень важно, чтобы окружающие видели в вас внимательного слушателя. Для серьезных дел лучше всего подходит середина дня. В это время вас едва ли будут беспокоить по пустякам. А вечер – прекрасное время для покупок. Вы правильно распоряжаетесь деньгами, а потому не будете жалеть о расходах, в том числе и крупных. Большие неприятности могут подстерегать вас в дружеских отношениях. Высока вероятность разочарования и потери доверия. Но учтите, в сложившейся ситуации основная вина все-таки лежит на вас. Успех же может ожидать вас в контактах с начальством, особенно если будут затронуты финансовые вопросы. Благоприятный во всех отношениях день, однако все-таки постарайтесь избежать стремления главенствовать в каждом, даже самом мелком вопросе. Следует проявлять больше демократичности, такта и терпимости. День удачен для воплощения творческих планов. Возможно, вам предстоит выбор между любовными приключениями и домашними обязанностями. Проявите осмотрительность. Не исключен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. 27 мая Лев по-настоящему задумается о том, чтобы сменить место жительства. Если вам уже поступали интересные предложения, то присмотритесь к ним. Финансовое положение будет плачевным, но брать кредит и занимать деньги у друзей не следует. Накапливайте энергию для новых дел, а также проследите за состоянием здоровья. Вечером Льва ждут новости от любимого человека, которые будут связаны с пополнением в семье. День символизирует созерцание, сосредоточенность на внутреннем мире. Вам будут присущи задумчивость и молчаливость. Возможно, спокойствие, которое вы излучаете, привлечет к вам таких же людей, с которыми завяжутся длительные отношения. Не отгораживайтесь от окружающих, поделитесь с ними своими мыслями и чувствами. В пятницу Деве стоит весь день держать руку на пульсе событий. Не исключено, что ситуация потребует ее осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Дева рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Деве тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается ее дезинформировать или обвести вокруг пальца. На всякий случай, рейтинг доверия Девы к малознакомым людям в пятницу должен стремиться к нулю. День пройдет удачно и плодотворно, если вы будете держать себя в руках и не подадитесь на провокации. Многое зависит от того, выберете ли вы правильную линию поведения, не совершите ли ложных шагов.
счастью, интуиция очень острая, подсказывает, как следует действовать. Старайтесь не критиковать близких, не напоминать им о совершенных ошибках. Лучше не возвращаться к проблемам прошлого даже мысленно. Не бойтесь необычных дел, смелых идей и странных задач. Возможно, придется нарушить традиции, но это пойдет на пользу. Вам очень везет. Воспользуйтесь этим, чтобы решить какую-то сложную задачу, с которой долго не удавалось справиться. Поддержка звезд будет очень кстати. Возможно, получение денег, причем не исключено, что сумма окажется больше, чем вы ожидали. Все инвестиции и покупки удачны. День подходит для переезда или начала долгой поездки, а также для смены обстановки. Не исключены чрезвычайно интересные знакомства, встречи с необычными людьми. Вероятны романтические увлечения, причем они могут положить начало серьезным отношениям. Очень высоким будет нервное напряжение. Окружающие раздражают вас буквально всем, и словами, и бездействием, и разговорами, и молчанием, и интересом к вашим делам, и его отсутствием. В одиночестве вы чувствуете себя несколько лучше, но вот беда, быстро начинаете скучать и снова жаждете общения. Любимый человек старается поднять вам настроение, но удается это плохо, вы не понимаете шуток, обижаетесь на самые невинные замечания. Дополняют мрачную картину неожиданно возникшие финансовые трудности. Вдумчивый и критичный анализ информации. Вот что будет залогом вашего успеха. Не стоит слепо следовать советам своего партнера, есть высокая вероятность ошибки. Но и полностью отвергать их не стоит. Внимательная фильтрация информации, детальный анализ и последовательность. Именно это необходимо для достижения результата. В конце недели не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Для того, чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом. Не торопитесь соглашаться, если друзья предложат вам участие в совместном проекте. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей. Гороскоп предсказывает Деве трудный день, когда придется все проблемы улаживать самостоятельно. Даже родственники не смогут вам помочь, потому что некомпетентны в этих вопросах. Накопленные сбережения придется потратить на детей, учебу и необходимые покупки. Деве не стоит планировать дальние поездки на собственном автомобиле. Мыслите позитивно, чтобы не переживать из-за пустяков. Положение звезд обусловливает потребность Девы в практическом вознаграждении за приложенные усилия. Вам нужно научиться получать удовлетворение от самого процесса работы, да и от жизни вообще. Не живите уныло, не рассчитывайте на слишком дальнюю перспективу. В пятницу отношения весов с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сами весы будут настроены бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масло в огонь, подгоняя весы, критикуя или сплетничая у них за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа в пятницу советуют им подготовиться к острым моментам. Если же весы не хотят провести в выяснениях отношений весь день, им стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой. Благоприятный день для реализации давних планов, в том числе смелых и масштабных. Можно ставить самые высокие цели. Сейчас вы легко поймете, что нужно сделать, чтобы достичь их, и начнете осуществлять задуманное. Сложные задачи не пугают вас, напротив, кажутся интересными. За их решение вы беретесь с энтузиазмом, это очень нравится окружающим. Гармонично складываются личные отношения, общение с близкими радует. Вы часто понимаете с полуслова тех, кто вам дорог. Можно договариваться о совместных действиях. День будет хоть и плодотворным, но не слишком приятным. Не исключено, что вам придется провести время в компании людей, с которыми в последнее время не удавалось найти общего языка, и придется проявить чудеса тактичности и дипломатии, чтобы избежать ошибок. Будьте терпеливы с самыми близкими, это необходимо, чтобы сохранить мир. День подходит для экспериментов с имиджем, посещения салона красоты. Эффективными будут профилактические процедуры. Поход по магазинам лучше отложить. Несмотря на все усилия, ничего стоящего вы так и не купите. Можно покупать драгоценности, антиквариат и другие ценные вещи. День для этого очень благоприятен. Старайтесь не экономить на себе и близких. Утверждение о том, что скупой платит дважды, сегодня подтвердится не раз. Возможны инвестиции в бизнес, но лишь в том случае, если вы как следует изучили проект, который собираетесь финансировать, а не полагаетесь на слепое везение.
В вашем окружении появляется человек, вызывающий противоречивые чувства, он и привлекает вас, и пугает. Будьте осторожны. Не исключено, что вас специально заставляют нервничать, ведь человеком, утратившим душевное равновесие, гораздо легче управлять. Основными задачами 27 мая для весов будет решение организационных вопросов. Детально проработайте план действия. Неважно, сами вы поставите перед собой цель или будете выполнять чужое задание. Внимательность, последовательность и дисциплина помогут вам оказаться в сложившейся ситуации победителем. Благоприятный день отмечен притоком новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Но помните о чувстве меры, во всех начинаниях придерживайтесь золотой середины. Может так случиться, что именно сегодня вы сможете решиться на окончательный выбор партнеров. В результате вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени. Чтобы отлично выполнить работу, весам рекомендуется призвать к помощи опытных коллег. Предстоит участие в мероприятии, к которому необходимо хорошенько подготовиться. Не сожалейте о том, что уже случилось в личной жизни. Многие обстоятельства складываются 27 мая в вашу пользу. Общение с оптимистичными людьми подарит весам заряд бодрости. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Текущие мелочи доставят огорчение, сделают представителей весов гневливыми и раздражительными. Рекомендуется деловая активность, направленная на уменьшение потерь в сфере недвижимости и услуг. В пятницу окружающие могут удивиться тому, насколько Скорпион мотивирован в любых делах и сферах жизни, от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший. Секрет в том, что его гороскоп в пятницу наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Скорпион будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви, здесь Скорпиону тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе. Будьте осторожны. Воздержитесь от поспешных суждений и необдуманных шагов. Может подвести доверчивость. Вы чаще обычного принимаете желаемое за действительное, строите иллюзии и торопитесь с выводами. Старайтесь тщательно проверять любую поступающую информацию, будьте настороже с малознакомыми людьми. Общение с близкими требует терпения. Вы наверняка найдете способ избежать конфликтов, но напряжение в отношениях будет сохраняться до конца дня. Осторожнее с шутками, их не всегда понимают правильно. День едва ли преподнесет какие-то особенно приятные сюрпризы и значительные перемены к лучшему, но время вы проведете неплохо, собой и окружающими будете вполне довольны. Это подходящее время для каких-то спокойных занятий, несложной домашней работы. Появляются неплохие идеи, касающиеся творчества или бизнеса. Тут есть над чем подумать. Не отбрасывайте сразу даже то, что кажется нереализуемым. Отправляясь в поездки, не забывайте о том, что они требуют серьезной подготовки. Есть опасность забыть дома что-то действительно важное, например, деньги или документы. Вам этот день принесет встречу, о которой вы долго мечтали. Увы, обернется она не исполнением желаний, а разочарованием. Становится совершенно очевидно, что ваши представления о человеке не имели ничего общего с действительностью. Осколки разбитых иллюзий очень остры. Постарайтесь не порезаться. Напряженная работа помогает успокоиться, а достижение поставленных целей приносит немало радости. Сидеть сложа руки сегодня никак нельзя. Оставшись без дела, вы рискуете впасть в уныние, погрузиться в мрачные мысли. Жизненный путь скорпионов будет омрачен многочисленными, хоть и преодолимыми препятствиями. Особенно в юридических делах, сфере информации и дальних поездках. Вредить могут как обстоятельства, так и деятельность конкретных личностей, чаще всего наделенных разнообразной властью. Так что берегите нервы. День отмечен падением уровня жизненной энергии. Не надо перенапрягаться, искать нелегких путей. Отложите визиты, важные встречи на более поздний период, так как, возможно, вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Посвятите себя семье, полезно уединение на даче или в лесу. При общении с детьми держите себя с ними на равных. Если сегодня Скорпион будет надеяться на судьбу, то вряд ли чего-то добьется. Ваши силы на исходе, поэтому следует отдохнуть, пообщаться с друзьями и не заглядывать в будущее. Финансовая ситуация будет сложной, но это вовсе не конец света.
Найдите дополнительный заработок с помощью интернета. В любви гороскоп советует Скорпиону стать инициативнее, чтобы завоевать доверие избранника. Этот день располагает к самоуглублению медитации. На вас гармонизирующим образом во время медитации могут действовать цвета – лимонный, желтый, оранжевый, зеленый. Медитируйте на закате или восходе солнца, как вам удобнее, и природа успокоит ваши натянутые нервы, расслабит напряженные мышцы. В пятницу организованность у Стрельца будет на высоте. Он не склонен сидеть сложа руки, если четкой задачи перед ним не поставлено. Стрелец в пятницу поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но» – требовательность Стрельца будет распространяться и на окружающих, если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям. Стрелец в пятницу способен высказать ему это прямо в лицо. Не всегда добиться нужного результата будет так просто, как вам хотелось бы. Не исключены трудности на работе. Партнеры могут нарушать договоренности, коллеги, ожидать от вас слишком многого. Приходится менять планы, и вам это не по душе. Кроме того, часто ситуация не позволяет сосредоточиться на делах, которые сейчас кажутся особенно важными. Будьте терпеливы и старайтесь сохранять спокойствие. Все может измениться к лучшему. Вероятно, неожиданные поездки, которые окажутся приятными и позволят завязать интересные знакомства. Возможно, начало захватывающих и удивительных романтических историй. День довольно напряженный и сложный. К концу его вы, возможно, поймете, что совершенно выбились из сил, а добиться смогли немногого. Захочется отдохнуть и расслабиться, но такая возможность едва ли представится. Придется исправлять чужие ошибки, улаживать конфликты, к которым вы не имеете прямого отношения. Возможны встречи с людьми, которые не вызывают у вас симпатии. Жизненный потенциал высок, и вы едва ли можете пожаловаться на физическую усталость. Если вы постараетесь избежать напрасных волнений и стрессовых ситуаций, то проблемы со здоровьем едва ли возникнут. Для работы этот день очень неплох. Стрельцам удается сосредоточиться, и именно поэтому они добиваются таких результатов, которым недоброжелатели и конкуренты могут только позавидовать. Ваши достижения внушают уважение. Не исключено, что именно в связи с этим будет поднят вопрос о вашем повышении в должности или увеличении вашей заработной платы. Не приходится жаловаться и на личные проблемы. Особенно радует тот факт, что близкие одобряют все ваши начинания и охотно принимают участие в реализации ваших планов. Проблемы могу ожидать Стрельцов в отношениях с родственниками и коллегами. Причем в этом могут быть виноваты как внешние обстоятельства, так и ваши личные качества. Не стоит игнорировать проблему. Ситуация весьма принципиальна, и если ее не решить, то конфликты будут только множиться. День благоприятен для творческой активности. Покровительство Меркурия может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, не давайте воли отрицательным эмоциям. Ответственность, добросовестность, общительность будут способствовать всем вашим начинаниям. Вероятно, ценный совет либо помощь верного друга или партнера. 27 мая Стрелец наконец-то поймет, что вел себя грубо и высокомерно по отношению к близкому родственнику. Работа в одиночку принесет вам больше пользы, чем коллективный труд. Не следует быть корыстным и жадным, иначе подорвете материальное положение. Успех в новых проектах Стрельцу гарантирован, если он будет действовать не интуитивно, а по четким указаниям начальства. У вас сегодня может появиться предположение о неверности супруга. Возможно, вы будете несправедливы к нему. Не исключено, что именно вы окажетесь подозреваемой стороной. Не торопитесь с выводами. Объяснение может оказаться вполне безобидным. Достаточно просто поговорить. В пятницу день Козерога обещает быть полон общения. Козерог будет притягивать к себе людей как магнит. Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих. Причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Козерогу, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Козерог рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания. Дар убеждения в пятницу у него на высоте. Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Волнение и тревоги могут стать причиной ошибок, необдуманных поступков, решений, о которых вы вскоре пожалеете. Нелегко сосредоточиться на делах,
Слишком много вокруг людей, которые хотят о чем-то поговорить с вами, поделиться своими проблемами, идеями и планами. Вам хочется уделить внимание каждому, но это не всегда возможно. Желательно сократить расходы, отказаться от необдуманных покупок. Сейчас вы более легкомысленны, чем обычно, относитесь к деньгам и тратите их на то, без чего легко можно обойтись. День сложится удачно, у вас многое получится хорошо. Можно браться за серьезные дела, шансы добиться успеха в них очень велики. Хорошо проходят встречи с людьми, которые важны для вас. Какие бы вопросы ни обсуждались, нет сомнений в том, что удастся найти общий язык. Во второй половине дня будет возможность самостоятельно решить задачи, которые давно требовали внимания. Можно делать крупные покупки. Удачно складываются поездки, особенно романтические. Одинокие представители знака могут рассчитывать на интересные знакомства. Появится возможность осуществить давнюю мечту. Единственное, что может вам помешать, это недостаток уверенности в себе. Уделите больше времени общению с теми, кто верит в вас. Не скупиться на комплименты и слова одобрения, и вы почувствуете, что позитивные тенденции набирают силу. День очень хорошо подходит для работы с документами, заполнения анкет и формуляров, а также контактов с представителями государственных организаций. Особенно хорошо пройдут путешествия, в которые вы отправитесь вместе с членами семьи. Неприятности могут подстерегать вас в самых неожиданных местах. Даже привычный эффективный стиль ведения деятельности может быть негативно оценен проверяющей инстанцией. Так что будьте готовы оперативно реагировать на ситуацию и применять гибкий подход. Возможно, действительно что-то нуждается в изменении. Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте. Сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех. Возможны хлопоты в связи с визитами нежданных гостей. Гороскоп обещает Козерогу удачный день, когда можно будет заняться любимым делом и семейными хлопотами. Наконец-то вы сможете уладить давний конфликт с родственниками, возникший по вашей вине. Накопленную за долгие годы информацию Козерог расскажет коллегам и внедрит в работу. В отношениях с избранником не принимайте тактику кнута и пряника, тогда все будет замечательно. Этот день может быть ничем не примечательным. Можно будет восстановить силы, спокойно занимаясь повседневными делами. Сегодня вы можете передохнуть. Не поддавайтесь на заманчивые предложения и не идите на поводу у слишком эмоциональных людей. В пятницу день Водолею стоит посвятить текущим делам. Это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Водолея внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки. Ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий. А вот глобальные ответственные задачи Водолею в пятницу решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать. Можно добиться успеха в делах, но вам, скорее всего, потребуется помощь. Подумайте, к кому стоит обратиться за ней. Проверенные союзники не подводят, а новые знакомые предлагают неожиданные и эффективные методы. Часто вам удается объединить очень разных людей, таких, у которых, кажется, нет ничего общего. Благодаря вам они отлично ладят, проникаются симпатией друг к другу и даже начинают дружить. Вторая половина дня – благоприятное время для поездок, которые будут запоминающимися, если вы отправитесь в путь вместе с любимым человеком. Неплохой день! Влияние позитивных тенденций будет сильным. Вероятно, удачное стечение обстоятельств, совпадение, благодаря которому вы многого добьетесь. Новые начинания будут успешными. Творческий подход к делам позволит вам сделать этот день по-настоящему ярким и запоминающимся. Очень хорошо проходят поездки и экскурсии, новые впечатления оказываются приятными. Вторая половина дня – наиболее благоприятное время для общения с любимым человеком, романтического свидания, нежных признаний. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Пришло время разобраться в отношениях с человеком, который в последнее время не раз заставлял вас переживать и волноваться. Ставить точки над «и» не так-то просто, поскольку вы прекрасно понимаете, что одна из них может стать заодно и финальной точкой в ваших отношениях. Но все же высказать свои претензии нужно. Вы очень нуждаетесь в поддержке близкого человека, которому не придется объяснять, почему все происходящее для вас так важно и серьезно.
Работа помогает на время отвлечься и забыться, но выдающихся результатов вы не достигаете, поскольку мысли ваши заняты совсем другим. Водолеев может ожидать серьезное испытание в виде проверки чувств или крушения подающего надежды проекта. Во избежание этого стоит проявлять большую внимательность к мелочам. Ну и, конечно же, стараться проявлять больше понимания и сочувствия по отношению к близким людям. Не исключено, что сегодня возникнет неловкая ситуация, которая может внести негативные изменения в личную жизнь. Возможно, вам придется отстаивать свои взгляды, защищать собственные интересы. Нельзя позволять кому-либо оказывать на вас давление. Старайтесь быть максимально независимым. В этот день у Водолея сбудутся заветные желания, связанные с личной жизнью. Вы познакомитесь с симпатичным человеком, который очарует как внешними данными, так и потрясающим характером. 27 мая Водолею не следует ничего откладывать на другой день. От того, как вы выполните свою работу, будет зависеть ваше финансовое положение. Возможно, предательство со стороны близкого друга. У многих водолеев возрастет интерес к психологии, эзотерике, биоэнергетике. Вы даже начнете искать, где можно получить соответствующие знания. Никакого заметного влияния звезды оказывать не будут, а значит, все в ваших руках. В пятницу рыбам будет интересно все вокруг. Звезды гороскопа наделяют их активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством. Окружающие могут сами не заметить, как раскроют рыбам душу, выболтав свои секреты. Настолько благодарным слушателям они будут. Кроме моря искреннего общения, рыбы в пятницу могут посвятить этот день любым своим интересам. От хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что им будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной. Разве что они найдут в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт. Благоприятный день для решения своих и чужих проблем. Вы быстро разбираетесь в неоднозначных ситуациях, понимаете, как нужно поступить. Вероятен успех там, где требуется умение приспособиться у ситуации, извлечь пользу из неоднозначных обстоятельств. Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг и всегда делаете правильные выводы. Их точность часто удивляет окружающих. Не последнюю роль играет ваше обаяние. Вы нравитесь людям, поэтому они охотно предлагают помощь. Возможно, начало романтических или дружеских отношений. День будет непростым и довольно напряженным. Возможно, ощущение усталости, эмоционального опустошения. Захочется побыть наедине с собой, но такая возможность едва ли представится. Слишком многие захотят пообщаться с вами. Порой появляются мрачные мысли, и прогнать их удается лишь с большим трудом. Ситуация изменится к лучшему, если вы займетесь тем, что у вас хорошо получается. Даже небольшие успехи поднимут настроение. Старайтесь не принимать близко к сердцу критику в свой адрес. Сегодня она особенно вредна для душевного равновесия. Вам предстоит сделать важное открытие, столь же неожиданное, сколь и значительное. Если вы хотите перемен, то можно использовать этот день, чтобы положить им начало. Наступил подходящий момент для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое, испытать свои силы на незнакомом поприще. Вы вызываете сильные чувства у окружающих, но отнюдь не всегда чувства эти приятны, так что появиться у вас сегодня могут и друзья, и враги. Нежелательно назначать важные встречи на вторую половину дня. В это время будет сложно настоять на своем. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Прежней легкости в преодолении препятствий у рыб уже не будет, но благодаря напряженному труду и тщательному планированию успех все еще возможен. Причем как в работе, так и в семейных делах. Непродолжительные деловые поездки и разговоры тоже обещают быть удачными. День благоприятный для помолвки, заключения брака. Личная жизнь некоторых рыб может приобрести особое значение. Возможно, что молодые люди примут решение о создании семьи. Вероятны встречи со старыми друзьями и поклонниками, которые возродят светлые минуты прошедших дней. Рыбы, занимающиеся педагогикой, искусством и редактированием, будут особенно успешными. Гороскоп предсказывает встречу с влиятельным человеком, который поможет финансово и поддержит морально. Новые проекты реализуются быстрее, чем рыбы ожидали. Конкурентная борьба станет настолько жестокой, что вы на время растеряетесь. Вечером можно пойти в гости или повеселиться в кафе. Вечером этого дня рыбы покажутся не только привлекательными, но и загадочными, а неведомое притягивает. Обострится интуиция, проявится умение говорить образно и доходчиво. Вам придется выбирать, где и с кем провести вечер.
так может быть велико количество ваших поклонников. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. До новых встреч!